Ой, пердона. Смотрите на эту Шкоду. Видали? Видали? А вы говорите купаться. А вода холодная. Всем добрый день. Поехала за кормом для Чарли. И там корма, который он ест, не оказалось. Кстати, мне тут кто-то Васик прислал. Так что я купила ему там паштет какой-то, я 100%, нет, не 100%, 70% уверена, что он его не будет жрать. Да, скотина такая моя, ой, скотина моя. Ой, как люблю, не могу. Такой, смотрите, какой у него пятачок красивый. Дай покажи пятачок, смотрите, какой пятачок красивый. Ну, разве не идеален? Ой, забыла, что говорила. А, кто мне тут это... писал. Теперь этот телефон вот так не разблокируешь. Надо один пальчик только, блин, блокируется. И то не всегда. Ой, кто мне тут? А, ну это все то же самое. Клиентка на завтра записывается. В общем, пойду разбирать покупки и разогревать кушать. Сейчас я отвечу. Чтобы с утречка приходила, с утречка. Кускус с овощами, которые овощи делала для рисовой лапши. Салатик авокадо с анчоусами. Вкуснятина, обожаю. Пивасик безалкогольный. Всем приятного аппетита. Я сегодня много лимонов купила. И хочу сделать, я сейчас делаю лимонад из лимонов. Но думаю, лежу, думаю, там же сахар. А если без сахара, то лимонад невкусный. Ну, что бы такое придумать, а? Потом такая думаю, стоп, у меня же есть стевия. Вот это классная, кстати, стевия. Видите, она с листочками прямо. Я сейчас сделаю настой из стевии. Заварю. Кстати, чайник, базу от мужа взял отремонтировать. Так что приходится греть вот так вот по стариночке. Заварю, у меня остынет. И потом сделаю себе лимонад со стевией. Кстати, вот такой вот я паштет купила Чарли из говядины с печенкой и овощами. Не знаю, будет, не будет жрать. Он мне такой привередливый вообще. Ну, посмотрим. Благо, здесь закипает вода быстрее, чем в чайнике. Вообще, индукционная плита это что-то с чем-то, потому что готовится все намного быстрее. Закипает вода, не успеваешь моргнуть глазами. В общем, да. Вот так вот, какая я умная, да? Потому что сейчас все равно двигаемся меньше. Вот. Жрем больше. И поэтому надо как-то выкручиваться. Меньше сахара, меньше мучного. Говорит Оксана, которая купила себе макароны. Умная, но они у меня там еще лежат. Вот. А еще, знаете, чем удобно? Убираешь с плиты эту, и она сама выключается. Вот, но это макароны я тогда потом попозже поем. С чаем там или с кофе, не знаю. Нужно себя тоже баловать. Ну а как иначе? Обязательно. Риба моя, отдыхаюсь. Ты отдыхаешь, счастье мое. Отдыхай, отдыхай. Ну как всегда, вот так вот с вентилятором. И мой тут этот.
Я, как всегда, голенько хожу, но у меня тут домашнее платье всегда здесь. На тот случай, если кто-то в дверь позвонит или кто-то придет. Ну, без звонка к нам никто... Здрасте, приехали. Это вообще-то мое место. Без звонка к нам никто не ходит, поэтому... Поэтому вот так вот. Я не могу. Иди целоваться. Хлебушек сейчас буду печь. Сейчас сначала пару сделаю. Там у меня уже дрожжи, сахар, вода. Добавлю сейчас муки. А вот, подойдет где-то минут за 20 опара. И делаю полтора... Ну, как это сказать? Полторы порции. Ну, чтобы на пирожки потом еще получилось. Вот, потому что это тесто обалденно для пирожков тоже. Так, закрываем. Конечно, это одной рукой, наверное, не получится. Хотя, если долго мучиться, что-нибудь получится. И все. А я пока пойду. Чай попью. Вот это опара, так опара. Смотрите, как у меня тесто хорошо поднялось. В общем, сейчас будем выпекать хлебушек. Ай, надо сейчас картошку поставить, а на завтра у меня будут пирожки с картошкой. Смотрите, какой лимонадик получился. Если вы хотите знать, как я его делаю, пишите в комментариях, и я вам обязательно покажу. А там у меня варится картошечка. Уже пожарила лучок. Вот так поливаются поля. Поступает вот так оттуда вода. И вот так вот она идет по вот этим вот лункам. И вот в эти лунки заливается вода. Таким образом. Чарлибенки, вене кочи. Венте. Машина едет. Да, мой маленький. Да, ты вене кочи. Вам опера? Си. Хорошо. Мой ленитико. Это машина. Едет. Я не понимаю, что за любовь у собак к навозу, но этот взял и вывалился весь в навозе. Пока я тут иду, рассматриваю, думаю, где он есть, поворачиваюсь, а там куча навоза, и он в ней кувыркается. Вы представляете? Ну, вообще свинья. Ой. И такой радостный еще вообще. Трындец. В общем, сейчас придем в душ. Вот, ну, это тут так разбросано. А там прям куча целая навозная. Представляете? И он в ней прям такой радостный кувыркается, твою мать. Ой, блин, не знаю, чего собакам так нравится навоз. Чарли, почему тебе навоз нравится? Ты свинья? И довольный бежит такой, типа, о, я в навозе искупался. Сейчас пойдем домой купаться по-настоящему, с шампунем, со всеми делами. Тут вдоль дорожки идем небольшой. Обдувает ветерок, такой хороший, приятный. И навозом пахнет охеренно. Свежий воздух. Деревенский такой прям. Ух, ядреный. Все как надо. Такой у меня хлебушек получился. Ну, как всегда, хорошенький, вкусненький. Я сейчас, у меня на ужин будет маленький, маленький. Такие вечеринки. Вот, а с вами буду прощаться. Мы все приняли душ. Ну, кто все, Чарли и я. Вот. Иду сейчас буду монтировать. Этот побесился. Хватит ему. Он когда душ принимает. Да, Чарли? Иди покажись, какой ты чистый. Иди сюда. Бен, аки. Да, такой послушный мальчик. Аки. Аки. Вот. Скажи, вот я пришел. Чего хотели? Показать тебя. Ладно, за то, что ты такой послушный. Баму, чучи. Это он быстро. Это он быстро. Бенга, чучи, идон деста. Бенга, баму, кон чучи. Бенга. Чучи, бенга. О, о. Это он знает.
Это ему не надо показывать и рассказывать. На печеньку тебе. О, печеньку пускай поест. На ужин. У него такой будет ужин. Конечно, это у него столовая, пожалуйста. Все на диване. Ну ничего страшного, все это стирается. Все это отстирывается. Ладно. Всего вам самого лучшего. Приятных выходных. И всем пока-пока.